Ну что же, всем привет! С вами снова я, Гведмикс и Милана Фикса. Угу. Да. Да, в прошлой серии мы сделали курятник для... Угу. Короче, просто курятник, это по названию понятно для кого. Что, сбежать пытаетесь? Нет. Не сбежите, я тоже не сбегу. Не сбегу. В этой серии я попытаюсь на лезо, попытаюсь. И еще построишь это. И если получится, то я сделаю ферму. И тыкву. И это что ты хотел? Как-то. А, вот. Еще ачивки сказать, да? Да. В прошлой серии я сказал кое-что про ачивки. Это ачивки, ну, то, что, короче, за этот сезон. Три маленькие цели. Короче, эти ачивки просто, ну, самые жалкие, так сказать. Но у меня первый летсплей, который я снимаю. Хотя бы сделать полный сет железной брони, хотя бы сделать алмазный меч и сделать базу в аду. Это самое интересное. Обожаю базу в аду. Так, ну, копать киркой деревянный не очень интересно. Железо. Железо. О, священное железо. Священное. Железо. Все, ферма в этой серии точно будет. Потому что я уже могу сделать ведро. А, угля-то у меня много. Я тут уголь, ну, там половину выкопал. И все. Там же вроде бы темнее. Так, пока еще полностью не темнота не стала. Нужно бежать. Нет, 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 нет. Курицы я хотел кинуть туда яйца, чтобы были еще. Ну ладно, потом это сделаю. Так. Да, точно нужно это. Есть, 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 есть. Есть, 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 есть. Жара. Нет. Хорошо так как. Но только ночью снова ждать. В следующей серии отправлюсь за овцами. Да, да, да. Да! Наконец-то день. Ну, в принципе, не очень-то и высоко. Но... Я не вижу этого черного большого тебе. Вот. А что ж ты хочешь? Да просто будешь ты. Блин, дебил. Отойдите, курица. Так, вы-то чё, куда? Только не прыгайте за мной. Сейчас эта погода успешно будет изменена. Так, всё. Чё, даже запрыгнуть тот не может. Вот сюда. Вот сюда, давай. Ну. Вот. Вот ты. Не, вот ты. Тебе не пальчики. Я тебя зажарю с пиццей. Вон, наконец-то. Вот ты куда? Иди куда? Ну иди! Залазь на забор. Я, короче, не смог его затащить так и там за первый. Вот так. Извини, чувак. Сам туда залез, я уж не виноват тут. Блин, надо было в это время печку поставить это. Переплавляться. Да я на печку нажал. Нужна дверь за.
закрыть. Так, вот. Так, вот. Так, вот. Так, так, так. Или ножницы хотя они бы пригодились, но у меня овец нету. Так что нет, 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 нет. И нет. Хорошо, что это вода. Не лагай. Как же плохо, что рядом дерево. Ой. Я же говорила, что плохо. Там лосья. А что ж лагать-то? Тыщ! Одна я видела. Одна я видела. Два ведра. Я сказал два ведра. За Мишку. Че Мишку? Что за Мишку? Смотрите. Что убежать? А что ты вообще говоришь? Этот. Вот это. Я не смотрю туда. Я смотрю. А я нет. Ой, да. А нет. Ты должен даже. Ой. Нет, ты. Ой. Слушай, играйте. Ну, Милана Фикс ушла домой. Я что-то домой захотелось. Ну, то есть еще не ушла, одевается. Короче, вот я тут посадил тыковки наши. Нужно пшеницу еще посадить. А, тростник. Ну, у меня тут все растет как. А вот что у меня получилось. Да. Пам-пам-пам! Тупая курица следила за мной. Блин, в этой серии я уже не знаю, что ей сделать. Пойти куда-нибудь за овцами. Не-н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 е. Лагает. Можно мне это? Спасибо. Я как раз таки одного и не хватало. Где все овцы? Может где-нибудь не прогрузилось, я не вижу. Да что ж такое? Овцы, 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 овцы. Да, не прогрузилось. Если что, уже была ночь, поэтому я ее пережил, так сказать, пока я эту ферму делал. Лучше бы это были овцы. Я бы сейчас до них добрался бы. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Куда идти? Что же, где овцы? Где? Овцы.
Кстати, на болотах ведь иногда бывает. Иногда. Лучше бы всегда. Ну вот в таких лесах тоже бывает. Это же невозможно. Ладцы. Че я ее ударить не могу? За фигня. Майнкрафт. Ты пьян? Иди домой. Ой, с них еще и еда. Хорошо. Ну а ты уж живи. Вот все, я можно сказать телепортировался. Но на самом деле нет. Кстати, у меня дерево есть. Ровно 3 штуки. Вот прям ровно сколько надо. Одеяло белое и серое. Подушка. Только почему-то здесь это не показывается. Так. Опа. Наконец-то. Классная серия. Вот мне она очень сильно нравится. Следующая серия, скорее всего, пойду в шахту. Ну, я и в этой ходил. В принципе. Ну, опять это дождь. Ну ладно. Короче, ладно. Пока этих всяких зомбарей нету. С вами был я, Гладмикс, и Милан Фиксов, которого под конец не было. Вот, короче, эта серия просто самая офигенная пока что за настрой. И все. Пока.